Мы пара будущего. Такое нескромное заявление сделал второй муж этой Дакоты, Федор Белагай. Несмотря на то, что консультации и тренинги на совместимость показали отрицательный результат для их пары, Федор уверен, что они идеально подходят друг другу. И правда, они выглядят как совершенная семейная пара. И вовсе не случайно, ведь ребята усердно работают над отношениями. И Рита, и Федор – две сильные личности. Они могли бы соревноваться и подавлять друг друга в отношениях, но было решено пойти по другому пути. Звездная парочка поняла, что, совмещая свои энергии, они создают одну, более сильную, направляют ее в правильное русло во всех сферах жизни, в том числе и в создание новых проектов. Отношения – это непросто, но слушать кого-то со стороны не стоит. Любите так, как вам нравится, и тогда вы вместе свернете горы, подают пример Рита и Федор. В шоу-бизнесе, кстати, есть много пар, которые построили счастливые крепкие семьи. Например, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Хана и Пашу, Мот и Мария Мельникова, СТ и Ассоль. Ежегодно на нашей русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ мы берем пример с образцово-показательных звездных пап и мам. В 2022 году одним из самых ярких моментов церемонии стал номер Владимира Преснякова «Все нормально». Ведь на подтанцовку к нему вышел не кто-нибудь, а его маленький сын Артемий, который к тому же был главным героем клипа. Все нормально. А вот в 2023 году на маджентовой дорожке премии случился целый приятный семейный скандал. Хана впервые раскрыла имя младшей дочки Камилы, а еще победила в специальной номинации «Мама года». Мама года, Хана! О, Господи. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Крокус! Послушайте, я на самом деле ехала сегодня сюда просто прекрасно провести этот вечер. И, честно говоря, это для меня небольшой шок. Мне безумно приятно. Огромное спасибо РУ-ТВ. Это самая большая, самая, не знаю, приятная награда, которая может быть для меня в этом году, потому что, правда, в этом году, 3 месяца, правда, назад, я стала мамой 2. И это самая огромная награда для меня — иметь 2 прекрасных, невероятных дочек. Я знаю, что Адриана сейчас смотрит, поэтому, Адрианчик, тебе привет! И вторую дочку мы назвали Камила, поэтому я знаю, что многие думали и гадали, и я думаю, что сейчас прекрасный повод сказать, что вторая дочка наша Камила. Я хочу сказать, Пашу, я тебя безумно люблю, спасибо огромное за самый большой подарок в моей жизни. Еще одной вишенкой на торте стало появление Джигана и Оксаны Самойловой с дочками. Это был первый совместный выход в свет любимой пары интернета после продолжительной ссоры. 2024 год объявлен годом семьи. Это важная для каждого человека тема найдет отражение в 13-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. На церемонии также будет представлена специальная награда «Семья года». До 22 марта каждый зритель может предложить своих номинантов в номинациях, представленных на сайте www.ru.tv, из которых и будет составлен шорт-лист претендентов на заветную статуэтку. Голосуй за любимого артиста, следи за новостями и приходи на премию.